Всем привет, ребят! Мы тут немножко после стрима решили проплыть и доплыть до куда-нибудь. И смотрите, что мы нашли. Вот она, красавица наша. Мы почти до нее доплыли. Вот, со мной, как обычно, Юра. Да. Да. Вот, у нас ни одного, прикиньте, пока мы сюда плыли, вообще с ресурсами голяк полный был. По радарам? Че, по радарам? Ну вот, по радару. А, ну, можно вырубить это, в принципе, мы уже ее и так видим. Главное сейчас до нее доплыть. Да, и стать... бросить якорь. Да, там встать на якорь, и красотища будет. Заодно и посмотрим. Последние обновы его сделали визуально не такое, добавили всякие такого вот, кстати, старение всего остального. Да, и там как бы, ну, надо заметочки всякие тоже поискать и прочее, там в них написано все вот интересненькие вот, смотри, вещи. И хлам появился. Да, в воде. Да, да. А то до этого вообще голяк был. У нас даже заканчиваться начали ресурсы там. Вы видели, многие, кто сидел на стриме, то есть у нас был ящик почти весь забитый. Смотрите, сколько дерева осталось. Это вообще жесть, потому что мы тут немного плавили, улучшали плод. Чтобы вас не мучить всем этим на стриме. На стриме. Так. Ну, надо вниз спуститься, потому что если мы сейчас доплывем до нее, то надо будет якорь опускать. А я пока произведу небольшую корректировку курса. Давай. Надо бочку будет еще собрать, я надеюсь. Блин, тут акула, оказывается, у нас один кусок этого сожрала. Да, я слышал ее, но нет. Чуть-чуть хлама. Так, нам надо чуть правее, да? Ты даешь? Да. Ну, если что, там придется подгрести. Так. Ну, в принципе, пока мы нормально идем. Включаем гребялку. Чтоб ты сразу. Сама определишь, когда якорь бросит, да? Да, я же вижу. Хорошо. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну, я думаю, можно. Давай. Так, а я его убираю как раз. Что-то шторм такой прям вообще. И, опа, я ступил. Че? Нет, в смысле, ступил на вышку. Да. Думаю, что случилось. Так. А там можно еще, кстати, снизу заплыть. Ой, там тоже и хлам можно пособирать, и всякое прочее. Ира, вот тут ты как это... Да, ты сейчас насобирай все эти штучки. Тут записочка. Я сейчас тут как раз вот снизу начала смотреть, где чего. Надпись на стене. Поймал акулу, назвал ее брюк. Слушай, тут хлам так классно собирается. Брюс, ты ублюдок, я сделаю тебе. Так, нам надо подышать. Нам, срачняк, надо подышать. Так, записку мне не собирать, тогда ждать тебя? Да. Так, я здесь была. Ой, какой-то портфельчик подняли с заметочкой. О, хлам, отлично. Нам, да, и хлама сейчас очень много надо будет. Так, здесь мы здесь были. Ать! Акула. За попку хотел меня цапнуть. Так, вот на стене написано. Робби, лодки уплыли. Ублюдочная акула за мной. Стой здесь, пока я не найду, чтобы покинуть это место, Майк. Так, как мне... туда выбраться-то? Не знаю. Ну, до плота доплыви, с плота просто перелезь. Я не смогла с плота. Я смог. Да? Да. Ага. Ты... Блин, я пить хочу. Ну, ты вот туда, похоже, прыгнул. Вот. Все, мы запрыгнули. Круто.
Так, ну ты, короче, ресурсы собираешь, да, получается? Я ресурсы собираю, а квестовые вещи я не трогаю. Вот ты на стриме, На на записи. записи, да. Вот где-то здесь, по-моему, записка была. О, хлам тут тоже есть. Нет, не здесь. Ну, короче, на первом этаже какие-то там где-то стол и там листок бумажки. Это явно Сейчас, квестовая записка. да, сейчас посмотрим. Так, здесь я была. Вот здесь еще что-то. Пластик вон тоже. Вот она, записочка. Ага. Так, у нас, в принципе, уже две. А как записки, кстати, открывать, смотреть? Ну, надо посмотреть. Так, по-моему, кнопка Т. Вот, кнопка Т. Кнопка Т. Так, первая страница. Давай. А, ну это ты искатель, бла-бла. Ничего интересного. Так, 12 декабря. Уже 2 месяца мы работаем над этими реакторами. 2 месяца мы трудимся ради спасения мира, и нам даже некому рассказать свою историю. Наши имена не важны. Нам всем дали прозвище после того, как прораб проболтался об испытательном проекте на Северном полюсе. Как будто это что-то меняет, как будто кто-то из нас может хоть что-то сейчас изменить. Синица стала очень подозрительной после первой презентации, особенно касаемо приукрашенных деталей. Очевидно, что прототип очень далек от стабильности. Нигде не упоминается, что случилось с китайской командой, которая была до нас. Рен, по идее, был с ними, но молчит. Филин промямлил что-то о поломке в системе охлаждения, но прозвучало фальшиво, а я не стал на него давить. По крайней мере, мы работаем в сухом месте, и я сейчас мало. А их сейчас мало осталось. Так, январь. Знать бы, где мы. Наш единственный ориентир — радиовышка вдалеке. 12, 16 и 8 отказали сегодня после 3 дней испытаний. Ядро 16 горело так сильно и быстро, что прожгло колодец. Топливные стержни уплыли в океан и будут греть еще сотню лет. Наверное, гореть, а не греть. Синица замеряет уровни радиации после каждого испытания. Они говорят, что будут использовать реактор в убежищах. Мы все исправим, заверяет она. И что самое смешное, мы согласились. Мы четверо усталых книжных червей должны спасти мир. Ну, то, что от него останется. Февраль под вопросом. Видимо, они уже даже потерялись во времени. Оказывается, Рен на нас настучал, и начальство взбесилось. Они узнали, что мы специально задерживали работу над 12 и 24. Интересно, что 12 и 24? Да, они выбрасывали столько радиации, что светились зеленым, вашу мать. Но их забрали. Мы с Филином, конечно, пытались бороться, но с этими вышибалами нам не тягаться. А еще ты новую, этот я страницу у меня перескочила. Простите. А, кстати, ты собираешь, у меня они тоже появляются. Да, я поэтому собрал, чтобы долго мы не искали. Так. Ну, их забрали с вышибалами тягаться. А еще забрали синицу и 8-й реактор. Рен знает, что она одна знает, как заставить их работать. Нас бросили на испытательной платформе и подорвали фундамент. Вода медленно прибывает. Филин считает, мы должны плыть следом за ними. Хотел бы я с ним не согласиться. Так, здесь еще одна должна быть записка, поэтому мы ее прочитаем, короче, после того, как еще найдем. Так, я есть хочу. Так, ну ты ту записку, что я открыл, ты тоже прочитай. Она идет после того, как там еще, короче, одна записочка должна быть. Хорошо, ищем туда. Так, вот тут всякие тоже надписи, вон, видите, написаны про акулу. Тогда я тоже записки собираю, потому что вдруг ты это место не найдешь, чтобы мы. Да, давай, чтобы быстрее Угу. было. Да. Так, а здесь ты, наверное, уже на первом этаже все облутал.
Ну, мне так кажется. Да, здесь ничего такого нету. Так, здесь я была. Надо идти на второй этаж. Надо найти, как туда вообще выбраться. Тут еще вон. Снаружи там ящики, по ним прыгать нужно. А это вот, наверное, вот сюда вот так вот. Да. Я уже на третью. Здесь пустенько. А как ты туда забрался? По краешку, по ободку тут есть место, где можно вот именно вот по карнизу, скажем так, пройти. Я вот, вот вижу. Не понимаю. А, вон ты как. Блин, в воду упала. Сейчас меня акула жрет. Акула жрет. Акула, иди нафиг. Так. Ну, по ресурсам скажу, это достаточно бедное место, но так по сюжету как бы мимо не выйдет. Ну не да. Можем. Ну да. Иначе там дальше не откроется. Так. Давайте с плота еще раз попробуем запрыгнуть. Ап. Ап. Так, мне надо сейчас понять. А, вот сюда вот надо. Как запрыгнуть-то? Ага, отлично. Запрыгнули. Позвонить нельзя? Нет, я тоже пробовал. Так, ну, если ты здесь уже был, то мне нет смысла я здесь. Я на самом деле уже на самом верху. Там, где доска с фотографиями. Так, ну, жду просто... тебя тут. А, налобный фонарь у нас открылся. В общем, я эту записку не беру, потому что, в принципе, тебе в любом случае надо сюда поднять. Я вот ты просто не сама. Могу понять, как туда запрыгнуть. Хочешь, я спущусь, пойдешь со мной? Давай. Если давай. Не сложно. Нет, не сложно. Сейчас дай в воду прям. Вот я, кстати, хочу потом с самого верху прыгнуть в воду. Знаешь, надо смотреть, потому что я сейчас прыгнул, казалось, не в воду, но с самого верху. Mm-hmm. Так, сейчас я на плот тогда. Ага, тут чаечка ждет. Сейчас. Да, она тебя там ждет. Мимо чайкиного дома я без шуток не хожу. Так. Блин, а как туда реально подняться-то? Сейчас все будет. Да что ж такое-то? Пять секундочек, подожди. Ждем, куда нам деваться. Раз мы такие... А, вот, похоже. Нет? Да, я нашла. В общем, тогда поднимайся, я тебя сейчас все равно увижу где-нибудь так. Так, дальше. А, и дальше вон туда, что ли? А дальше потом как? Выше-то. Так, хорошо. Блин, упала. Сейчас, где эта штука была? Есть где-то, по-моему. Да. Так, выходи. Так, где-то. Иди, ага. Вот. По краешку аккуратно. Вот этой штуки. Потом вот смотри, где и... я вот с краю. Ага. Я... И вот. Вот, видела, да? Да, видела. Тут первый раз может не получиться. Хи, получилось. Ну, у тебя получилось. Так, а теперь вот на воздуховод тоже. Края разгоняешься как раз и на воздуховод. Ать. Молодцы. Так, да, теперь здесь ты на все собрал, да? Да, на коробку, на стеллажи, на крышу. Здесь на коробке. Ага. По трубе аккуратненько. Снова по трубе. Угу. И прыгиваем на площадку.
Ну, в общем, как-то так. До этого мы были молодцы, а тут не получилось. Да. Ладно, ничего страшного. Чаще. А, ну только недалеко. Да. Нет. Ать, молодцы. Угу. И по сути, вот уже, вот оно, святая святых. Так, поднять записку. Да, вот тут записочка возле радиостанции. Угу, еще одна записочка. Вот типа утопия показана, что, ну, типа, как я так понял, что весь мир погрузился под воду, все дела. Так, давайте прочитаем. Мы... Люди. Слушай, тут, кстати, этот на третьей странице да, с хэштегом. Да, это, возможно, координаты, кстати. Ну, это, да, скорее всего, так и есть. Следующий патч. Да, если вы понимаете, что здесь написано, это еще не конец. Мы пытались выжить из двигателя максимум, но, думаю, он сгорел. Мы едва доплыли до радиовышки. Филин сказал, что лодке конец, но я могу ее починить. Они далеко уплыли, но мне кажется, они направляются на Селену. Я хочу оставить это в таком месте, чтобы потом нашли. Все это случилось не из-за нас, но с нашей помощью, и клянусь Богом. Богом, мы попробуем все исправить. Если мы туда доберемся, то отключим 12 и 24, вытащим синицу, и, может быть, я приглашу ее на свидание. А она на этот раз не посмотрит на меня, как на психа. Филин нашел мой блокнот, но я его забрал. Надо лучше прятать. Этот маркер очень плохо стирается. Ничего, мы его спасем. Мы должны. Сокол. Так, сигнал. 8 января получен сигнал бедствия. Отследить. Вопрос. Знак вопроса. 9. Установлен контакт. Язык неизвестен. О, с кем-то они контакт нашли. Малайский. Вызовите Таригана. 2 февраля. Рация сдохла. Это выстрелы вдали. Тангаро. 4 февраля. Говорят по-малайски. Слишком быстро. Не разобрать. Кота. Можно я не буду их имена читать? 6 марта. Тариган нашел сухое место. Мы уходим. Вода поднимается. У нас не хватает мест. Простите. Ой, прости. 8 марта. Майк, если ты это читаешь, держи нас... Держи курс на Бальбоа. Он еще над водой. Припасы в кладовой. Ты, как-то кстати, так. Под водой рез и пособирала? Нет. Еще не успела. Хорошо. Тогда нам, в принципе, координаты есть. Нам сейчас под водой полазить, посмотреть, что тут осталось. И, по сути, можно возвращаться на плот и вот пытаться по этим координатам как-то что-то... Ну, это уже, наверное... Так. Ну, это уже раз. Мы да. Будем делать все, я думаю, на... Под этом. Водой попрыгать? Ну, под водой, может, этот соберем, я думаю... Блин. Не получится, да, с этого... С самой вышки прыгнуть? Ну, не знаю, смотри. Сейчас. Сейчас попробуем. Йоху! Ты прям на... А, это акула. Я думал, ты на... Знаешь, после того, как ты сказала йоху, у меня что-то сразу все так типа задергаться начало. Думал, блин, на меня что ли упало? Это акула. Постоянно... Вот. Короче, как-то так. Я думаю, все остальное мы пока сделаем вне стрима. Ой, вне записи. Вот. Так что мы нашли эту вышку, и мы поплывем дальше уже на стриме, да? Обязательно. Вот, так что, всем пока, чмаки-чмаки. Сережа молодец.